Всем привет! В данном видео я сделаю обзор на видеокарты GTX 1080 Ti от различных производителей в рамках составленного мною рейтинга. Я уже делал подобный обзор на видеокарты 1070 и 1080, но все равно у многих остались вопросы, так что я сегодня расскажу все немного иначе. Но все же я рекомендую его посмотреть, так как в этом обзоре я не буду подробно останавливаться на всех нюансах. А для начала немного общей информации. Самое главное, что вы должны понимать при выборе любой видеокарты, так это то, что нужно обращать внимание в первую очередь не на бренд и его внешний вид, а на то, как выполнена сама видеокарта. Дело в том, что на 50% видеокарты одинаковые между собой. Это совершенно одинаковые графические чипы, сделанные компанией Nvidia, а также память видеокарты, которая в последнее время в большинстве случаев является Samsung или Micron. А отличаются видеокарты системами питания и охлаждения. И если насчет системы питания, а точнее количества фаз и их влияние на производительность много споров, то насчет системы охлаждения все однозначно. Чем она лучше, тем срок службы самой видеокарты больше, а также выше ее производительность. Так как чем эффективнее система охлаждения справляется со своей задачей, тем лучше работает технология Boost 3.0 от компании Nvidia, или тем выше производительность при ручном разгоне. А теперь перейдем от теории к практике. На первом месте в моем рейтинге видеокарта Aorus GTX 1080 Ti, обзор на которую вы можете посмотреть на моем канале. Она имеет два варианта исполнения, которые отличаются между собой только бэкплейтами и заводским разгоном. Данная видеокарта имеет 14-фазную систему питания, что не является чем-то выдающимся для этих видеокарт, но ее главное достоинство – это массивная и правильно сконструированная система охлаждения, благодаря которой все основные элементы видеокарты охлаждаются в равной мере хорошо. Следующая видеокарта заслуживает делить первое место с видеокартой Aorus, особенно учитывая соотношение цены и производительности, но это видеокарта от компании Polyt, бренд который не славился хорошим качеством и надежностью, но в 10-м поколении GeForce лично меня приятно удивил. А речь идет об видеокарте GTX 1080 Ti Jetstream и ее разогнанной версии Super Jetstream. Можно было бы также упомянуть серию видеокарт Game Rock с сдвоенными вентиляторами, но как по мне это чистой воды понты и неудавшийся маркетинговый ход. Но чем же эти видеокарты заслужили быть первыми после лучших? А дело в том, что они почти такие же, как видеокарты Aorus. Они имеют 14-фазную систему питания и радиаторы, которые покрывают все основные элементы видеокарты. Но вот сама система охлаждения меньше в размерах и имеет только два вентилятора, из-за чего эффективность охлаждения уступает видеокартам Aorus, а значит и в производительности. На втором месте у меня сразу три видеокарты. Сбегая вперед, скажу, что эти видеокарты имеют немного выше производительности, чем предыдущие, но так как в их системах охлаждения имеются недочеты, то в моем личном рейтинге они занимают только вторую позицию. Первая из этих видеокарт это KFA2 GTX 1080 Ti Hall of Fame, имеющая 19 фаз питания и массивную систему охлаждения. Сама система охлаждения поделена на две части. Радиатор, который охлаждает только графический чип, и теплосъемная пластина, которая охлаждает память и элементы питания, которая как элемент охлаждения является плохим решением. Здесь я сделаю небольшое лирическое отступление и расскажу, почему многие производители прибегают к подобным ухищрениям в системах охлаждения. Дело в том, что благодаря разделению системы охлаждения инженеры добиваются большего температурного запаса для чипа, ну или чипа и памяти. Зависит от того, как именно реализована система охлаждения. То есть радиатор охлаждает только чип, а значит, что нагрев других элементов не влияет на охлаждение чипа радиатором, что в свою очередь дает больший температурный запас, а как следствие и производительность. Но в это же время страдает от не очень эффективного охлаждения память или память и элементы питания. Некоторые специалисты могут заявить мне, что современные элементы, применяемые в видеокартах, выдерживают высокие температуры. Но в ответ я им скажу, что это не значит, что это хорошо для их эффективности и срока службы. Вторая видеокарта это MSI GTX 1080 Ti Lightning. Существует в двух вариациях X и Z и отличаются между собой только заводским разгоном. Обзор на X-версию видеокарты вы можете посмотреть на моем канале.
Эта видеокарта обладает 17-фазной системой питания и системой охлаждения, подобной видеокарте KFA2. Но сама теплосъемная пластина, благодаря своей форме и применению тепловой трубки, справляется с охлаждением памяти и элементов питания лучше, чем у видеокарты KFA2. И третья видеокарта – это Zotac GTX 1080 Ti AMP Extreme. Ее тестирование, но с водяным охлаждением, вы также можете увидеть на моем канале. Эта видеокарта имеет 16 фаз питания и массивную систему охлаждения, в которой радиатор охлаждает не только чип, но и память, а это плюс в копилку к разгонному потенциалу самой памяти. На третьем месте сразу две видеокарты, которые по множеству тестов в интернете не отличились какими-то выдающимися результатами, как предыдущие три. Первая из них это Asus GTX 1080 Ti Strix. У видеокарт 1070-1080 Strix был серьезный недочет в системе охлаждения. Полностью отсутствовало охлаждение памяти. На некоторых чипах памяти была пластина, из-за чего многие думали, что это и есть охлаждение. Но это была пластина для придания жесткости конструкции видеокарты. В видеокартах 1080 Ti Asus хоть и увеличила размеры радиатора до 3 слотов, но умудрилась ухудшить систему охлаждения в целом, так как элементы питания стали охлаждаться не радиатором, а теплосъемной пластиной, и то только те 10 фаз, которыми питается чип. А две фазы питания памяти остались вообще без охлаждения. При этом память видеокарты тоже охлаждается этой пластиной, что не особо что-то меняет в целом, потому что данная пластина не контактирует с радиатором, в отличие от видеокарт из рейтинга выше, а живет отдельной жизнью, что негативно сказывается на работе памяти и элементов питания. А вот один из основных конкурентов Asus, компания MSI, наоборот, учла некоторые свои ошибки и в серии Gaming, помимо увеличения радиатора до 3 слотов, сделала его такой формы, что он охлаждает не только графический процессор, но и элементы питания. Хотя память по-прежнему охлаждается теплосъемной пластиной. Сама система охлаждения немного меньше, чем у Asus, и обладает только двумя вентиляторами. В итоге какого-либо заметного преимущества у видеокарты MSI перед конкурентом нет, поэтому они и делят одно и то же место в рейтинге. На этапе монтажа этого видео появилась новость про новую MSI GTX 1080 Ti Gaming. Это версия Trio. Отличие заключается в немного увеличенном радиаторе и третьем вентиляторе. Теперь она напоминает уже вышеупомянутую Lightning версию. Но как я понимаю, количество фаз осталось прежним и составляет 10 штук. Сам радиатор меньше, чем у видеокарты Lightning. Поэтому данная видеокарта может претендовать только на место между вторым и третьим. Да, получается какой-то очень странный рейтинг, но вот как-то так. Четвертое место опять делят две видеокарты. Первая из них это Inno3D iChill GTX 1080 Ti в двух версиях, X3 и X4. По своей сути это самая обычная референсная видеокарта от Nvidia, производимая на заказ у компании Foxconn. А компания Inno3D просто лепит на все это свое фирменное охлаждение. Данная система представляет из себя радиатор, который немного длиннее, чем сама плата, теплосъемную пластину для памяти, если это версия X3, или две теплосъемные пластины, если это версия X4, на одной из которых есть трубки, которые отводят тепло на жалкое подобие радиатора с маленьким вентилятором. И все это обдувается тремя вентиляторами. Сам радиатор намного уже основных конкурентов, причиной тому референсная плата видеокарты. Она уже чем платы от партнеров в среднем на 3-4 см. В результате и получился продолговатый, но узкий радиатор, который на картинках кажется огромным. А вторая видеокарта это EVGA GTX 1080 Ti FTW3. Это двухслотовая видеокарта, но она длинная и широкая, благодаря чему объем радиатора не уступает видеокартам Inno3D. Но при этом они практичнее, если нужно реализовать свою конфигурацию видеокарт с воздушным охлаждением. И еще одна новость, появившаяся во время монтажа видео, как раз касается видеокарт EVGA GTX 1080 Ti FTW3, а точнее ее обновленной версии с 12 ГГц памятью. Сама EVGA говорит о приросте частоты в 9%, но в общем реальный прирост производительности будет не больше 2-3%. Так что, как бы мне не нравилась продукция от компании EVGA, я все равно не рекомендую переплачивать $50 за видеокарту с новой памятью. Это касается и будущих продуктов от других брендов, если разница будет значительной.
И последнее шестое место в моем рейтинге занимают все остальные видеокарты, которые попали туда в основном только по той причине, что имеют систему охлаждения меньше, чем у перечисленных выше. Это самые дешевые видеокарты из серии 1080 Ti, но не самые надежные и производительные. Возможно, напрашивается слово «бюджетные», но это тоже не так, их стоимость все равно начинается с 700 баксов, и лучше уже переплатить 5-10% и взять что-то достойное из первой тройки. Данный обзор показывает, что последнее поколение видеокарт, как и все последующие в будущем, требует больших и продуманных систем охлаждения, а также стабильного питания. Именно поэтому нужно подходить серьезно к выбору видеокарты. Я надеюсь, вам помог этот обзор в вашем выборе. Не забывайте лайкать и подписываться на канал, а также заходить в мои социальные сети, где я и некоторые другие ребята помогаем советами.